Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Украины, город Днепр. Вы откуда? О, классно. Я из Нижнего Новгорода, Россия. Понял. Родом из Макеевки, Украина. Ну, родился там. Признавайтесь, это вы насрали в Макеевский родничок? Нет, нет, я уехал к тому времени, но кто-то это точно нагадил. Подлец, а как думаете, да? Кто был этот, ну, гаденыш? Ну, это какой-то, наверное, как сказали бы, пропагандисты, что это был бы какой-нибудь бандеровец, вонючка, ультранационалист, какун. Вот. А вы как считаете? А я думаю, что просто человек не добежал куда-то, решил подмыться сразу. Ну, это некрасиво с его стороны точно было. Люди там водичку набирают, было. Да? Ну, вообще несправедливо, я считаю, с его стороны. То есть человека явно не любит общество. А как думаете, ну, НАТО могло это сделать? Диверсию такую? Слушайте, ну вообще НАТО вообще много что может. Из Эстонии, ну, например, кто-нибудь. Эстония же НАТО. Послал? Ну да, маленькие эстонцы, знаете, вот такие вот малюськи, они прям... А вы видели эстонцев, там такие эстонцы, с ними лучше не связываться. Радиоактивные комары, скорее всего, мне кажется, привезли, и говно-то радиоактивное было. Просто на тот момент нельзя было его прям исследовать полностью. Понял. Это инопланетное же, понимаете? Ладно, давайте немножко серьезнее. Вы действительно из Макеевки? Ну я родился там, я в 5 лет уехал. А как вы теперь относитесь к тому, что ее не существует больше? Да вроде есть город такой. Ну, знаете, это то же самое, что говорить, что там... Ну, это... Я не знаю, как, оно-то есть, но а что это есть? Ну, как там вот жить, как там функционировать, как там существовать? Вот эта вот вся территория, это, ну, ага. она по факту есть, но что и как? Не знаю, у меня родственники там как бы живут, и, ну, я бы не сказал, что они, конечно, сильно жалуются. Ну, так обстрелы идут, но они, мне кажется, к этому привыкли. Вот, мы на эту тему пытаемся с ними не разговаривать, чтобы... Не было у нас грусти, вот они недавно приезжали, наверное, месяца 4 назад. То есть на вас грустинка нападает, и они просят чисто, чтобы вы такие, типа, давайте мы не будем грустить. Сегодня... Ну, у них отличаются взгляды от моих, скажем так, поэтому мы, ну, скажем так, это их был выбор, да, поэтому я пытаюсь не... А можете, пожалуйста, озвучить взгляды? Взгляды? Ну, скажем так, они не любят то государство, в котором родились. Нет, точнее, они родились в Советском Союзе, они не любят то государство, в котором оказались впоследствии. Вы про Российскую Федерацию? Нет, они оказались в Украине в 91-м году, а потом ну. Их очень долго Российская Федерация не хотела брать почему-то. Не понял сейчас. Ну, они были за Российскую Федерацию, и в 14-м году возникла, как это называется, Донецкая Народная Республика. Кто хотел в Российскую Федерацию, не понял? Родственники, которые у меня там проживают, они хотели туда. А что они просто вот как вы? Вы же взяли и приехали. Вы хотели в Россию, вы взяли и приехали. А что родственники не приехали? Ну, я в 5 лет очень хотел, конечно, в Российскую Федерацию. Ну, ваши родители, какая разница? У них другие взгляды на это. Но они хотели остаться там жить. Я не могу их забыть. Так это территория Украины. Если они хотят в Россию, чемодан, вокзал, Россия. В чем проблема, не понимаю. Ну, они там родились, они родились в другом государстве. Для них это их земля и все остальное. Я думаю, нет, это не их земля, это земля Украины и украинцев. Угу. Ну, видишь, базисно, как здесь понимать, да? Для тебя это земля Украины и украинцев, они считают себя русскими. Не для меня, это по факту. Согласно конституции, согласно законам, согласно человеческим принципам, всему. Ну, человеческие принципы в человечность не будем. Нет, конечно, по закону и международному праву это... Так же, как Украина. Вот вы на России сказали, как город Нижний Новгород, да? Как вы хотели меня задеть словом на Россию? Я не хотел задеть, я уточнил. Нижний Новгород, да, или как? Да, Нижний Новгород. Вот, смотрите, вы же понимаете, что Санкт-Петербург такой же ваш, как и жители, которые живут в Санкт-Петербурге, правильно? Да. Вот, и наоборот, Нижний Новгород – это такой же город санкт-петербуржцев, как и ваш. Неважно, кто где живет. И Макеевка такая же моя, как и людей, которые там живут, хотя там даже никогда не был. Так же, как и Крым. Так же, как и все остальное на территории Украины. Ну, слушайте, я вот слушаю. Читал журнал Vice, Washington Post, пытался шпинить. Не-не, это неинтересно. Вы скажите, вы согласны со мной или не согласны? Ну, с точки зрения международного права, да, это, конечно, территория. Почему международного? Не только международного. Внутренних законов, конституции. Ну, конституция не очень всегда соблюдается. Ну, люди захотели быть с Россией, это их право. Вы не отвечаете на мой вопрос. Простой вопрос. Вы согласны с тем утверждением? Я с вами не согласен. Нет, согласны? Конечно, с вами не согласен, то, что с точки зрения человечности люди, которые хотели быть с Россией... То есть Санкт-Петербург – это не ваше, правильно? То есть Санкт-Петербург, может, нет. Сейчас люди захотели и стать, вернуться обратно в родную гавань? Ну, в какую гавань? Неважно, будет Санкт-Петербургская Народная Республика. Ну они захотят.
если бы Санкт-Петербург был народной республикой раньше какой-то, либо там жили бы... Так Макеевка финны... никогда не была народной республикой. И ДНР никогда не существовало. У финно-угорские племена там жили, я не так знаю, какие или какая-то племена, там о чем национальность. Не, подожди, вы, что мне перебивать? Причем Санкт-Петербург и племена финно-угорские. Когда в Санкт-Петербурге бы жили бы татары, например, да, это бы какие там большее большинство было татар, либо люди там себя идентифицировали как-то по-другому, и они захотели бы отделиться, Российская Федерация либо бы давила их силой, либо дала бы им отделиться. Тут два варианта. Это неинтересно. Ну, если бы так было. А так в Санкт-Петербурге просто живут люди, они хотят быть в России, и никто не отделяется. Понял. Ну, если контекст мы берем. А в Чечне там... люди хотели отделиться. Чем у них это все закончилось? Ну, ничего, и разбомбили города. И... А в Татарстане они референдум провели? Ну, там так, такой, да, надо разбираться. Ну, их тоже не какой? Отпустили. Был референдум законный, его даже признали. Правда, потом начались, скажем так, урегулировали вопрос. Ну, так урегулировали вопрос? Да. Ну, все, он остался. Нет, ну, так был референдум, даже признали референдум. Почему? Если люди хотели, люди проголосовали, почему их не отпустили? Ну, не захотели их отпускать. Вот, не захотели. Чечню не захотели, видите? Нет, не захотели, да. Ну, видите, Украина тоже, наверное, не хотела или хотела, я не знаю. Так, а при чем Украина? В Украине не было референдумов. Люди, никто ничего не хотел. Пришла Российская Федерация, ввела войска, и тут раз, и люди такие, я хочу. Это их право, я не знаю. Видите, нет такого права. Не... Это оккупация называется. Ну, это оккупация, получается, 2014 года была, правильно? Ну, не получается, это факт. А, так и есть факт. Так и есть. Подождите, если я не ошибаюсь, сейчас прецеденты есть. И Россия же оккупировала Крым тогда, правильно? Когда тогда? Макеевку оккупировали после. Ну, в 2014 году Россия оккупировала Подождите, Крым, правильно? При чем Крым? Мы Макеевку обсуждали, правильно? Так, нет, я просто ваш тезис не могу понять. Это оккупация. Какой тезис? Получается. Вы говорите, русские пришли, оккупировали. Да, все верно. В 2014 году они пришли, оккупировали или в каком? Мы говорим про Макеевку, правильно? Про Макеевку. Да, в 2014 году. В 2014 году они пришли, оккупировали. Я не понимаю, то есть получается Россия это государство-агрессор, которое оккупировало территорию Украины, так? Да. А каким образом тогда с 2014 по 2022 год товарооборот между Россией и Украиной по 12 миллиардов долларов до 15 доходил? А при чем товарооборот? Не, оккупация это война. Ну то есть там страдают Нет, люди. Оккупация это оккупация. Там война была, там украинские солдаты сражались тогда с российскими. Да. Так, значит, это война. Причем, я говорю, вот вы сказали, был товарооборот, говорю, при чем здесь товарооборот? Не может быть товарооборот во время войны. Это Почему? Невозможно. И открытых границ не может быть. Я Почему? Я ездил в Украину в 2019 году. Почему это не может? Вот на что вы ссылаетесь? Вот в каком документе об этом говорится? В документе никаком. Так а почему тогда вы это говорите, если не в каком, но вы это говорите? Ну как, я вам на слово должен сейчас поверить? Не первый прецедент мировой истории, могу сослаться на это, когда страна, которую оккупировали территорию, убивает ее мирных жителей, с точки зрения вашей, естественно, еще посылает и инвестирует в экономику государства-агрессора. Вы точно так же посылали в нас. А и мы что? С вами не воевали. Воевали? Я не знаю, не воевали. Ну, то, что вы не знаете, это не значит, что этого не было. Вот я ваш мозг не вижу, это же не значит, что его нет, правильно? Ни одного документа не вижу, что российские войска там были. Ни одного документа, ничего себе. Ну, сошлитесь тогда на какой-то... Давайте, ну, для начала пойдем по классике. Минские соглашения, да. Это что? Минские соглашения, ну, договорились там о том, чтобы... Кто с кем договорился? Россия, Украина, Германия, Франция. Нет, Россия, Украина и ОБСЕ. Трехсторонняя контактная группа. Угу. Правильно, вы читали документик? Так, Минские соглашения. Давайте. В режиме онлайн будем. Минские... Давайте. Всегда проверяйте слова, это у вас правильное решение. Минские соглашения. Я вам даже подскажу. Напишите Минский протокол 5 сентября 2014 года. Второе Минское соглашение. Не-не-не, сначала пройдем Минские соглашения. А, по первому. Не-не-не, просто нету первых и вторых. Есть Минский протокол и есть комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Первые, вторые, это так в селах называют. Угу. А, Минский протокол. В Минске заседание президента отеля предусматривает сейчас... Нет, вы сам документ откройте. Не Википедию, вот, сам документ откройте. Сам документ? Да-да-да. Ну в чем проблема? Так, МИД Украины разъяснил... Так, ссылки. Минский международный карнавал. Документ, давайте. Минский соглашение. Давайте без карнавала, серьезно. Документ. Полный текст Минских соглашений 2015 год. Не-не-не. 5 сентября 2014 год. 5 сентября 2014 год.
2014 год. А, так, так, ну а где вот Википедия должна мне оригинал, 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 оригинал? Ссылочку на оригинал мне, пожалуйста. Вы можете написать, просто вот пишите. Я написал 5 сентября 2014, Минский протокол. Именно это и есть, слушайте. Оригинал протокола, вот, ссылочки. Все, есть оригинал протокола. По результатам рассмотрения обсуждения предложений, внесенных участниками консультации в Минске 1 сентября 2014 года, трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации, Организации... Что вы читаете? Вы Википедию открыли, читаете? Нет, ссылка на оригинал. Вот здесь подписан. Кстати, участники трехсторонний контакт, посол Хайди Тальявини. Кто это? Второй президент Украины. Кто это? Давайте будем разбирать. Кто такой Хайди Тальявини? Это с трехсторонней группы, я так понимаю. Он представитель ОБСЕ. Чего? ОБСЕ. ОБСЕ, вот, все верно. Второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ Украины. Вот, не-не-не, представитель Украины с какую сторону представлял? Второй президент Украины, Кучма, Украину. Представлял Украину, так. ОБСЕ есть, Украина есть, и третий? Да, Зубарев. Зубаров. Представитель? России. Вот, России. Еще подписи какого-то Захарченко и Плотницкого. Подписи какого-то Захарченко, какого-то Плотницкого, все верно. А это кто? Не знаю, там написано? Там написано? Нет, там просто подписи их есть. Ну, знаете, я могу поклоуничать и сказать, что это типа, ну, уборщики шли и подписали. Ну нет, тогда это международный документ. Если его подписывают, значит, он имеет какой-то международный... Ну, там написано, кто это? Я же говорю, я не знаю, там не написано, кто это. Вы же глазами своими видите, там не написано. Я хочу прям разъяснение от министра Кучмы на переговорах. 8 сентября Леонид Кучма на встрече контактной группе в Минске официально представлял Украину. Отлично. Вот. За ним... Так, Министерство иностранных дел... Подождите. Ключевой мой момент был. Можете остановиться на секундочку? Украина и Россия, вы сказали, я понял. Не-не-не, важный момент сейчас есть. Важный момент. Да. Откройте оригинал протокола и прочитайте его заголовок. Что там написано? Так, там написано. По итогам консультации трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Порошенко инициативного президента Владимира Путина. Вот. Важный момент был. Между кем и кем? Вот вы сами прочитали. Между Россией... И Украиной, ну, правильно? Да, с этим никто не спорит. Да, конечно. Но Россия как бы была заинтересована в том, что Донецкая Народная Республика была бы в составе Украины. Все верно, да. Но там не было Россию не должно волновать. Если бы это был внутренний вопрос Украины... Зачем нам Россия, если это внутренний вопрос Украины? Я сейчас не понял. Ну, захотелось так Российской Федерации. Да всем насрать, как им захотелось. Если это внутренний вопрос Украины, ну вот так... Зачем? Когда Порошенко подписал с Россией что-то. Так потому что Россия — это сторона конфликта. Так, ну подождите, ну там же четко прям по белому написано, она если страна конфликта, она должна, вот Кучма читаем его интервью. Да зачем интервью, вы документ читаете. А, нет, интервью не будем, да, читать? Так, а при чем интервью, я не понял, у вас открыт документ перед глазами, там написано черным по белому, стороны. Стороннее прекращение между кем и кем, обеспечение мониторинга. Между кем и кем, давайте, смотрите, вот у нас была инициатива Украины, инициатива России. И есть ОБСЕ. Понял, между кем и кем? ОБСЕ. Между Украиной и ОБСЕ, очевидно. Так, давайте сразу ОБСЕ. Миссия ОБСЕ, миссия ОБСЕ заявила о том, то, что наблюдатели не видели российских военных на Донбассе. Это вы за какую дату сейчас сказали? Это 17-й год. То есть мы сейчас разбирали 5 сентября 2014, и вы какую-то случайную фразу из 17-го взяли. Нет, это мониторинговая группа ОБСЕ, они заявили. Ну, в какой-то день они не видели, окей, я с этим не спорю. А, какой-то день не видели, я понял. Да. Хорошо, там смотрите, были, это... Не-не-не, можно... Войска, подождите, я прокомментирую. Вот, это был первый документ в череде документов, которые я буду сейчас вам дальше приводить, к вашему вопросу, а были ли российские войска. Это вот первый документ. Идем дальше. Слушайте... Давайте так, я соглашусь, что там были российские войска. Отлично. ОБСЕ, потому что это не подтвердило, как бы... Подтвердило, как это? Подтвердило. Я сейчас следующий дам за 2014 год резолюцию ОБСЕ. Вопрос. Гиркин, Стрелков, граждане России, но не военнослужащие. Подождите, но если это так... Как так? Объясните мне, каким образом Россия убивает жителей Украины на территории Украины, оккупировала Крым, где 1 900 000 украинцев, которые 8 лет в оккупации бились за Украину, партизанские отряды в Севастополе российским военным там воду кидали, яды. Они хотели быть с Украиной, это жители Украины.
А вы поставляли нам военные двигатели на вертолеты, моршинскую воду, мою любимую хортицу. Я летал в Харьков. Ну, как летал в Харьков. Я летал через Беларусь в Киев. Я ездил в Харьков. В чем ваш вопрос? Я не понимаю. Это как такое может быть? Ну, как вы... Вот, вы же своими глазами это видите. Вот как так? Ну, вот так. Что я должен ответить на этот вопрос? Что нет? Надо как-то более четко прокомментировать данные. Это разве война? Это был совершен акт агрессии Российской Федерации. Да. А, ну вы просто агрессия это называете, да? Это не война. Это не была, я так называю. В наше время во всех нормативных актах не используется слово «война», а используется слово «агрессия». Слушайте, ну меня тогда это устраивает. Мне вполне возможно хорошо, что часть Украины пошла в территорию России, в Крым. Вы еще нам давали деньги, инвестировали в экономику. А российское правительство официально заявляло то, что ее нет на территории Украины. И вроде всех все устраивало, и все хорошо. Никого ничего не устраивало. Вы читали итоги суда по поводу сбития Боинга? Кто его сбил? Ну, его сбили, там Гиркин, Стрелков, должны были их посадить. А какая, ну, подразделение, кто это был? Ну, это были какие-то российские эти... 53-я бригада, 53-я бригада российских вооруженных сил. И что случилось из этого? Ну, базис. Не случилось. Это подтверждение слов. Вы спросили, подтвердите слова, что были российские военные. Вот я вам привожу еще документ. Сейчас еще резолюции могу накидать. Вообще без проблем. Не, вот, смотрите, мы с вами пришли к выводу, что какому? Российские войска были на территории Донецка, оккупировали его, оккупировали Крым. Да, да. И, слушайте, меня тогда это вполне устраивает, опять же. Я ездил в Харьков. Вас устраивает что? Бухал. Ну, то, что, смотрите, ваша страна инвестирует в мою экономику, за счет товарооборота. Наше государство говорит, что у меня с вами войны нету, причем мои же солдаты, получается, оккупируют ваших граждан, а вы нам даете еще деньги и вооружение. Тогда вполне, кстати, неплохой вариант. Еще смотрите, кстати, когда... Вы сейчас говорите, что неплохой вариант – это оккупация соседней страны? Это неплохой вариант? Ну, слушайте, правильно я вас понял? Да, блин, получается так. Ну а как, смотрите, в Крыму вот люди оккупированы были, а за 8 лет ни разу не бастовали за Украину. А с чего вы это взяли? Ну вот опять, вы же не знаете. Я вам прямо сейчас могу сказать, кто бастовал и что было в итоге. Зачем вы это говорите? В 18-м году, ну в 14-м году выходили люди с украинскими флагами. В 15-м выходили, в 16-м выходили. Я же говорю, вы просто не знаете. От того, что вы не знаете, это не значит, что этого не было. Да. 2016 год, люди выходят в Крыму за Украину. Люди выходят в Крыму. Выходят с завода. Люди выходят в Крыму за Украину. Почему вы улыбаетесь и рассказываете, что оккупация территории соседней страны – это хорошо? Я для себя не могу ответить на этот вопрос. Ну, слушайте, мне, во-первых, достаточно плевать на вашу страну. Во-вторых, если уж это вы понятно. Инвестировали в нашу экономику, когда мы вас оккупировали, значит, и вам плевать на эту страну. Потому что... Нет? То есть, когда в Харькове в супермаркете люди покупали чай Гринфилд, они были сепаратисты. С чего? Ну, у вас вообще вот нету логической цепочки, она не это простраивается, прямая, вы в курсе? Это прямая инвестиция, ну смотрите. А то, что вы к нам инвестировали, это вы не считаете? Так мы с вами не воевали. Я вам еще по секрету... Воевали. То, что вы делали это все, ну, скажем так, по-сельски в крысу, это не значит, что этого не было. Слушайте, ну и там были войска наши, смотрите, на территории Крыма были наши войска, и люди в Харькове покупали российские товары. Когда оккупированные жители Крыма боролись за свою независимость, чтобы быть в составе Украины. Но они же покупали это. А мы, да, давали вам деньги. Ну, вообще-то президент говорил то, что, типа, мы не воюем с украинским народом. Нет, какая разница, денег-то вы давали нам больше, чем мы вам. Откуда у тебя информация? Давай сравним. Ну, слушайте, без проблем. Давай. Открывай таможню, Украину, потом открывай, сколько нам денег. Не, я не буду открывать, помнишь? Я в подтверждение своих слов конкретные вещи называю. Открывай таможню, ну, погугли. Сколько мы получили за транзит газа? Причем транзит газа? Ты сейчас мне рассказывал про чай Липтон, а теперь транзит газа? А что, это не товарооборот? Ты мне рассказывал про чай Гринфилд, правильно? Было такое? Да, конечно, чай Гринфилд. Причем транзит газа? 2021 год. Торговля между Россией и Украиной, ну, давай какой-нибудь 21 год, 12 миллиардов долларов. Он увеличился на 23%. По сравнению, экспорт России на Украину составил 8, импорт России из Украины 4. И что? Ну. А ты можешь посмотреть тенденцию развития? Реэкспортную? Да, нет, вот тенденции. Смотри, 14, 15, 16, 17, 18. Давай, 14 год. Не, начни с 13, когда до факта агрессии. Ага. Так, 39.
14-й факт агрессии. 14-й, 27, 15-й, но там через Беларусь начали возить тогда. 14. В два раза упал. Теперь Украина и Белоруссия. Нет, причем Беларусь? Беларусь... Ну, реэкспортный товар, нет, говорится. Беларусь в то время, конечно, до 22 года никак не принимала участие. Она, ну, даже, конечно, сейчас Крым не признает российским. Да, кстати. О, кстати, смотрите, 24. Причем Беларусь? 24. Зачем ты... Посмотри с Китаем, какой у нас товарооборот тогда. Не-не-не, ну с Китая реэкспорт в Россию не шел, а с Белоруссии так... Какой реэкспорт? Шел, подтверди свои слова, я ж не против. Слушай, ну смотри, как увеличился товарооборот. Смотри, я смотрю, я же тебе сказал, проследи, ну, тенденцию. Ты видишь, что товарооборот падал с 2014 года? Упал, с Беларуси вырос. И что? Ну куда-то нам нужно было товары продавать. Мы их продавали, посмотри в Польшу еще, в Венгрию, в Словакию, посмотри. То смотри тогда факт... все страны, я же не против. Не, реэкспорт шел через Беларусь. Подтверди реэкспорт, подтверди. А, это, ну, то есть тебе нужны фактически... Да, мне нужны фактически. Вот, ты прямо сейчас взял, проверил, мы видим, тенденция на снижение шла. Ну ладно, хорошо, тогда это просто надо в Беларуси больше стали потреблять украинских товаров в разы, как раз в тот момент, когда с России упала. Ну так и есть. Так вот, подтверди, ну, значит, слова, я ж не против. Я ж вот сижу, ну, реэкспорт, слушаю. Ну реэкспорта нету, конфеты Рошен у меня из Беларуси шли на русском языке. Фотки не буду, не буду тебе. Ладно, давай, я понял, ну, это бесполезный разговор. Базис, они упали, а почему они не упали до нуля? Расскажи, подожди, пожалуйста, почему понял, ты вот все это поддержишь? Ладно, можно такой вопрос? Нет, нет, я вот тебе задал вопрос обычный. Mm-hmm. Смотри, ты мне говоришь. Я не знаю, почему они упали, не упали до нуля, я не знаю. Ты не знаешь? Нет. Ну, ты выходил на то, чтобы российские товары не покупали в Украине? Я тебе ответил, я не знаю, почему они не упали до нуля, я же тебе ответил. Ага. Потому что экономике нужно функционировать. А, да? Ну, ты сейчас же нормально все, ну, типа, вы же товарооборот прекратили с Россией. Извини, я не хочу переходить на оскорбление, что сейчас нормально. Ну, ты, зачем ты это говоришь, что нормально? Нет, смотри, ну, оккупация, смотрю, Крыма была в 2014 году, товарооборот был в 2015 году, товарооборот был в 2021, товарооборот был. Сейчас началось совсем другое, получается, товарооборота нет. Подожди, ну, Крым же тоже был оккупирован, там украинцы страдали за Украину. Где вот здесь? И в Донецке люди... Ты же открыл, ты видел тенденцию на понижение? Ты видел или не видел? Везде одинаково. Ты видел тенденцию на понижение или не видел? 2014 года упало в два раза. Но если мы берем с тобой, давай, вот, например, 2016 год товарооборот между Россией... Мы только что прошлись. Начни 2013, 2014, 2015. Построй себе табличку, построй себе график. Я ж не против. Нет. Мы прям... Нет, а да. Смотри, 15-й год. Нет, начни с 13-го. Начни с 13-го. Там 38. В 14-м году 28. В 15-м году было 12. В 16-м году 10. В 16-м году 10. Должно уже меньше хотя бы быть уже. В 17-м году. В 17-м году смотрим. В 17-м году опять 12. В 18-м году... В 2018 году смотрим. Что ты мне хочешь доказать? 14... Я вообще не понимаю. О, подожди, чем мы разговариваем? Подожди, вот она начала подниматься. Слушай, тенденция опять. Смотри, вот за 2018 год побольше. Смотри, 11 опять упала. Смотри, смотрим, 2020 год. 2020 год смотрим. 2020 год 9. И 2021 год как раз последний перед всеми. И 2021 год опять 12. Блин, как-то тенденция, как бы она получается с 14 года, не тенденция, она упала и на одном уровне оставалась всегда. Что ты мне хочешь доказать? Я вообще не понимаю. Ну, нет, вот, ты посмотрел, тенденция упала почти в три раза, и что? Ты еще не учитываешь, сколько курс доллара тогда был, сколько сейчас, много нюансов ты не учитываешь, но и что? Реэкспорт, ну, потому что... Алло. Алло, клоун, не пропадай.